Здорово, ребятки! С вами я, Стив Про, и сегодня я покажу вам настоящий пейнт в Майнкрафте 1.2. Не стоит сейчас удивляться, не стоит сейчас что-то писать в чате, ребятки. Сегодня и вправду будет карта, которая добавляет настоящий пейнт. Настоящая программа, которая позволяет рисовать нам в нашем отдельном Майнкрафте. Почему программа, ребятки? А потому что пейнт — это программа Windows, в которой мы как раз-то с вами и рисуем. Но сегодня мы будем рисовать в нашем... всего лишь в отдельном Майнкрафте, без всяких модов, без всяких аддонов, все только с помощью командных блоков и с помощью одной карты, ребята. Здесь у нас написаны инструкции, написаны разработчики, в общем говоря, если вам важна эта информация, почитайте, ребята. Вот, ну а мы с вами давайте начинать. Вот эта доска, на которой мы с вами сегодня будем рисовать. Как видите, она гигантских размеров, поскольку лететь до нее довольно далеко. Находится она на предельной высоте практически. И, блин, ребята, это выглядит очень круто. Реально, очень круто. Здесь множество разных кнопочек, ребята. Начиная этими кнопочками, заканчивая этими. И, кстати, все выглядит очень-очень стильно. Палец, указательный палец, ребята, кисточка... штучка, которая позволяет все удалить, заливка и какая-то еще непонятная штучка, с помощью которой я так и не смог ничего сделать. Поэтому, ребята, я ее просто-напросто пропустил. Давайте мы с вами возьмем, к примеру, просто обычную кисточку. Все, теперь мы с вами выбираем цвет, давайте, допустим, оранжевый цвет. И, ребята, давайте попробуем что-нибудь нарисовать, точку. Мы с вами нарисовали точку, вот так выглядит точка на этой карте. Давайте напишем мы с вами, ребята... букву S, то есть первую букву моего канала. Посмотрим, как у нас это получится вообще. И получится ли это вообще у меня. Потому что у меня мало чего получается. Ну, неплохо, скажу я вам, ребята, неплохо. Конечно, нужно это все доработать. Но, ребята, черт возьми, это Paint в обычном Майнкрафте. Даже не компьютерном, а в мобильном, ребята, в Майнкрафте. Это Paint. Paint, йоу. До чего доходит Майнкрафт? Кстати, буква Т получилась, ну, кривоватой, но намного лучше, чем буква С, ребята. Теперь давайте мы с вами поменяем цвет. К примеру, на темно-синий цвет. Ребята, вот, неплохо. Так, пробуем. Сделаем линию. Линию, вот такую линию. Она делается, надеюсь? Да, ребята, она делалась. И вот что у меня получилось за несколько секунд, ребята. Это выглядит очень круто. Это просто настоящий пейнт в нашем ванильном Майнкрафте. Я не перестану это говорить, поскольку меня это до сих пор удивляет. Как они это, черт возьми, делают. Да. Это все с помощью командных блоков. Но это настолько круто, что, ребята, это вызывает восхищение. Реально, ребята, за это ставьте обязательно пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Да. Это реально очень круто. Ну а если, ребята, вы нарисовали что-то ненужное, что-то лишнее, с помощью вот этой кнопочки вы сможете начать все с нового, с чистого листа. Все, все удалилось, ребята, все удалилось. Но если вы хотите сделать заливочку, просто нажимаете вот на эту кнопочку, и вот наш фон залился в синий цвет. Ребят, это круто. Но если, опять же, вам не понравился этот фон, вы опять же нажимаете вот на эту функцию, и, по идее, должно все стереться. Да, у вас стирается весь лишний фон. Это круто. Но что касается тех кнопочек, ребята, то там нужно разбираться. Но вот эта кнопочка позволяет сохранять всю нашу красоту. Но, ребята, прежде чем сохраниться, прочитайте здесь предупреждение. Ну что ж, ребята, я думаю, что это реально очень крутая карта. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Поэтому, если что, приходите и скачивайте. Ну, а на этом все. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. Поэтому до скорых встреч.